Солнце закатывается. Мы слоняемся по окрестностям китайской деревни, в которой наделали много шуму полчаса назад. Идем по дороге наверх, которая строится жителями села, силами самих местных, а не какой-нибудь дорожной эксплуатационной там службы. Вот. Но я думаю, выше не пойдем уже. Там частные владения, да и не так интересно. Дошли до ручейка прикольного. Вот он такой забавный, красивый. Какие-то люди лазят. А, это Андрей. Да. Ну, в общем, выход воды. Скальный ручеек. В принципе, теоретически можно, но лучше не надо. Хотя бы из-за того, что неизвестно, откуда она там, из каких слоев берется. Да. Вот, эту же воду используют при строительстве дороги. Виды хорошенькие, тепло. В ботинках жарко. Воздух с дымкой.